Я вот, наверное, исключение из общих правил. Я не испытываю стресса, поэтому и не с чем бороться. Общение, природа, общение с внуками, с близкими, какие-то любимые занятия, может быть, там книги, фильмы и так далее. Ой, нет, стрессов я не испытываю. Как я с ними борюсь? Методов очень много. Я сама психолог по образованию, поэтому стресс это мне неведомо. Когда я испытываю стрессы, я как бы их заедаю шоколадом. Жизнь – это один большой стресс. Ну, в данный момент не знаю даже, как бороться. Нет, я вообще позитивный человек, поэтому даже погода, которая дождливая, то радует.